7 октября 2024 год. Ну что, вроде разобрались все эти разговоры про то, что договор будет о сдаче украинских территорий в обмен на перемирие, оказались блефом, как и я считал. Хотя там, по-моему, Times писала вообще удивительно просто, до каких уже степеней люди опускаются, не знаю ради чего, предоставляя недостоверную информацию. Ну а сегодня 7 октября, конечно, блин, день рождения плешивой моли Путина. И пока обошлось только феодосийским терминалом этим нефтяным, как-то маловато, честно говоря. Хотелось бы чего-то посущественнее. Наверное, не решаются наши из-за того, что тут у нас Рамштайн. Скоро выборы 5 ноября в Америке. Боятся нагнетать ситуацию. Я бы, конечно, Крымский мост заказал на подарочек. Россия будет первой страной в мире, которую съела моль. Написал я этот афоризм 26 октября 2015 года. Вообще много там у меня про моль. Совсем свежий, последний, кстати, афоризм мой. Это моль в России — это не единица измерения, а чертила красных линий. Или просто чертила. Иногда даже... Как же там... Раб на галерах. Некоторые, даже будучи рабом на галерах, умудряются грести под себя. Да, блин, дофига, короче. Блин, что это день рождения стало, блин, гибелью не только его, но и всей Российской Федерации. Не переймайтеся, буде Україна. Ух ты, божа коровка. Ну, она же. Ладно, все буде Україна.